Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить на обед такое блюдо, как лагман. Ну, я хочу сказать, что на аутентичность этого блюда я не претендую, я буду готовить его по-своему. Что я для этого приготовила? Я взяла ребра говяжьи, вот такие вот они жирненькие, у меня здесь ровно килограмм. Теперь взяла 400 грамм моркови, 50 грамм чеснока, 400 грамм лук, 200 грамм болгарский перец, он у меня замороженный, 300 грамм помидоров, они у меня тоже замороженные домашние, морковь 200 грамм. Также я взяла соль, приправу для лагмана, масло подсолнечное и лапшу я сама делать не буду. Я ее купила в лагман дунганский. Тут тоже, кстати, есть рецепт. А на приправе у меня лагман по-узбекски. Ну, у меня будет по-моему. Для начала я сейчас буду обжаривать мясо. Вот эти ребрышки. Ну, поехали. Конечно же, я упустила. У меня будет еще зелень. Но она у меня тоже замороженная. Я ее пока оставила в холодильнике. Я налила в казан 100 мл подсолнечного масла и теперь буду обжаривать в масле мясо. Я уложила мясо в казанок и теперь его буду обжаривать. Пока у меня обжаривается мясо, я буду измельчать лук. Лук я измельчаю полукольцами, покрупнее. Лук я измельчила, теперь мне нужно измельчить морковь. Морковь можно порезать брусочками, можно колечками. У меня вот здесь вот меленькая морковь, естественно, мне ее удобнее порезать колечками. Теперь мне нужно измельчить чеснок. Перец у меня уже порезан, замороженный был, а вот помидорки. Они оттаивают, и вот смотрите, легко снимается с них шкурка. Вот и все. Теперь мне нужно их порезать, можно вот на 4 части, и помидорки тоже будут готовы. А мясо у меня обжаривается, уже прошло 10 минут, как обжаривается. Влага у меня выпарилась из мяса. На данном этапе я теперь солю. Солю по вкусу. Теперь отправляю сюда 1/3 чеснока, то, что я нарезала. И лук. И обжариваю это все вместе. Крышкой я не закрываю пока.
Я обжаривала лук в течение 5 минут. Теперь я сюда добавляю перец. Теперь добавляю сюда морковь. И сразу же добавляю сюда помидоры. Теперь я это все перемешаю. У меня сейчас из всех овощей тоже выделится сок. Ни бульон, ни воду я сюда не добавляла. Я еще раз подсаливаю. Тоже по вкусу. И теперь можно прикрыть крышкой и тушить. Тушить, наверное, сейчас. Значит, мясо с овощами у меня протушилось 35 минут. Я взяла картофель. Теперь крошу его кубиками. Как я уже сказала, 35 минут прошло, вот я жидкости не добавляла, это весь бульон у меня с овощей и с мясом. Теперь я сюда добавила картофель. Еще раз перемешиваю. Добавляю приправу для лагмана, которую я купила. И оставлю тушить вместе с картошкой это. Прошел ровно час, вот как у меня овощи с мясом тушатся. Опять же, это будет зависеть от мяса. Если мясо молодое, то приготовится быстрее. Вот, так что смотрите по своему мясу. Я высыпаю оставшийся чеснок сюда и добавляю петрушки. Тоже по вкусу. Смотрите сами, сколько вы любите зелени. Так. И сейчас еще лучка добавлю зелененького. Я выключаю. Все у меня готово. И я сейчас готовлю лагман. Он варится ровно 15 минут. У меня на пачке так было написано. Я не стала его отваривать заранее, чтобы он был горяченький. И все, это будет вкуснячее блюдо, готово. Ну все, лагман у меня готов. Друзья, товарищи, у меня с лагманом очень приятные воспоминания из молодости. Поэтому я люблю это блюдо. Я думаю, каждое блюдо у кого-то вызывает какие-то воспоминания, ассоциации. Ну, у меня, по крайней мере, так. Поэтому, наверное, оно мне так очень нравится. И что я сейчас буду? Нужно первым делом положить лапшичку горяченькую. Вау! Вот такую длинненькую, тянущуюся. Нужно, конечно, киспешки, кисешки. У меня этого нет. Давно все поразбили. Будем кушать в этом. Так... Все, лапши, я думаю, достаточно. Так, я снимаю видео одна. И теперь вот этого, не знаю, как это назвать, типа супа, что ли. Ну, похоже на суп. Ой, какая вкуснятина, какой запах. Это просто обалдеть. Ну что же, нам остается пожелать приятного аппетита. Можно по желанию еще перчика добавить, кому мало. Что там, соли, специй, каких хотите. Мы сели кушать. У нас
в гостях у наша внучка Настя. Тебе нравится лагман? Он очень вкусный, да? Бери вилочку. Настя у нас кушает руками. Теперь у нас Юра пробует. Не Юра, а деда. Ну, это для тебя он деда. Очень горячий. Как, вкусно? Ну все, нам приятного аппетита, а вам? Отличного просмотра, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока-пока, до встречи!